Таран на скорости. На юго-западе Санкт-Петербурга автомобиль снес дорожный знак и врезался в остановку. До этого, по словам очевидцев, иномарка задела троллейбус и еще одну машину. Страшная авария произошла на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Предварительно пострадали 3 человека. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник ДТП задержан. В наручниках его посадили в машину ГИБДД.